Амкал Dream Team. 7 футболистов от Амкала и, пожалуй, стабильно хороший сбор от команды Dream Team. 10 футболистов на этот раз. И, конечно же, вопрос стоял в том, кто переиграет друг друга. Физически, тактически и в индивидуальном плане. Команда же Амкал хорошо и отлично держалась до 25-й минуты, на мой взгляд. После 25-й минуты все-таки Dream Team настолько удачный отрезок выдали, что смогли организовать немало моментов и в целом как-то прижать соперника. Команда же Амкал не перестраивалась, не играла от защиты, играла, продолжала играть в тот же футбол, который, собственно, и демонстрировала все 40 минут. И это сказалось на результате. Побеждает в этой встрече команда Dream Team со счетом 9-5. Интервью от представителей команды. Я курил в метро. Амкал. Як думаєш, чому так багато м'ячів сьогодні пропустили? Ну, тому що ми атакували, не атакували. І у них вийшло атакувати. Максимально атакувальний футбол. Максимально атакувальний футбол. І на воротах не вратарі, а? Тому стільки м'ячей, собственно, пропустили. Була колосальна різниця між першим і другим таймом. В першому більш-менш рівна гра, в другому таке враження, що ви просто віддали ініціативу, посипались трохи. Так, і суперники наколотили, чи ні? Гра та сама була. Просто мы пропустили очень нужные мячи. Там два таких мяча, вот какой там, 6-7, и счет 7-4, и ты уже понимаешь, что ну, выход вряд ли уже получится. Поэтому уже играли так. Понимали, что вряд ли выходим. Упустили свои руки после промо. Примерно того, да. Все равно играли. Хотелось бы сыграть с Dream Team еще раз. Ну, мы побороться. Ви налаштовуєтесь на реванш? Ну, реванш по-любому буде, бо у нас є другий состав, і збор не 7 чоловік, а чоловік 9. І ще там Тресенко, Сокол. Ми будемо готові вратарі. Так що буде інтересно, так? Да? Дякую, успіхів тоді. От Ковалев, Dream Team. Задоволені тим, як сьогодні вдалося зіграти? І в першому, і в другому таймі, в цілому? Ні, ну в першому таймі, звісно, було дуже багато ошибок критичних, які привели к забитим пропущеним м'ячам нашим. Ну, во втором таймі стало немножко полегче, у себе рівень подостав, не було менше замін. У нас замінні все рівно ціни були, у них ігроки некоторі випадали з моєї гри. А так, в цілому, ми доволі результатом. А чи не забагато, як у тебе було таких грубих стиків неприємних? Так, да, багато було стиків і неприємних. А як ти думаєш, що? Ну, заведено, это же игра, ну, как футбол без эмоций, я думаю, футбол будет мертвым без эмоций, поэтому вот так оно и получалось. Без эмоций в футболе, я думаю, что нечего тут делать. А ты, как бы оценив, другий тайм полностью сдався вам, как по команде? Вы вытесли максимум, чи могли еще больше забивать? Максимум, мы, конечно, нам было очень сложно показывать на чемпионате, потому что люди борются, бьются, вот, много фолов сегодня, сколько для нами незасчитанных было фолов, конечно, судей немножко надо быть внимательным быть. А так, в целом, ну, максимум мы еще свой еще не показали на турнире, но я думаю, что в следующих матчах мы будем показывать свой максимум. Дякую, витай с перемогой. Все, спасибо большое. Стельмах мастер-сервис. И, пожалуй, лучший матч Сильверлиги третьего тура. Обилие борьбы, безумные скоростя, которые показывали команды, и в целом равная игра. Что может быть лучше для комментаторов, судей и самих игроков в такой встрече? На 33-й минуте забивает Уотчель пятый мяч, и счет становится 5-5. И казалось бы, все, дело близится к ничье. У нас едва ли не 20-30 секунд до конца остается, и Залевскому из команды Стельмах удается забить шестой мяч, который приносит победу в этой встрече команде Стельмах. Я думаю, что такие победы запоминаются, как и поражения. Повторюсь, 6-5 Стельмах побеждает команду мастер-сервис. Интервью от представителей команд. Нинов, Денис, привет. Сегодня бешеный матч привет. Вы показываете. На самом деле, казалось бы, вот первый тайм, поглядывая со стороны, я видел, что удачнее вы начали. Во втором тайме соперник начал как-то прижимать. И игра стала полностью в открытый футбол. Да. И вы все равно не закрывались, будучи еще имея какое-то преимущество. Как ты думаешь, вы получали максимальное удовольствие от такого футбола? Или все-таки хотели именно переиграть Артур, соперника? Ты подметил нашу основную тактическую ошибку. Мы всегда бежим вперед. Несмотря на то, что мы выигрываем, проигрываем, и часто мы получаем очень много голов при таком взвинченном темпе, когда мы перестаем контролировать разрывы между линиями, да, индивидуальные ошибки учащаются. То есть это действительно ну, наш пока бич. Вот. Но в целом игра, я считаю, хорошая, достойная. Опять, как всегда, у нас рваный такой темп немножко.
Вот, новые игроки вошли в команду, что очень радостно. Вот. Ну, всем довольны. Единственное, с судейством чуть-чуть недовольны, потому что явно в нашу сторону были, ну, ошибки судейства. И, например, когда штрафной должны были давать, и аут, которого нам забили, там тоже наш был аут. Ну, уже как есть. А в таких матчах, как говорится, все на волоске. Но по темпу мы оценили бы прям на 10 ваши скоростя. И хотел узнать, в первом и втором тайме вы чувствовали ли усталость как коллектив, я имею в виду, в общем, команда? Проседали ли физически или нет? Казалось бы, вот еще можно, и мы дожимаем. Ну, я бы сказал, не физически. Больше соперник, наверное, злее был во втором тайме. И мы где-то чуть-чуть дали слабину именно, наверное, в единоборство. Угу. Нужно было, ну, жестче играть, и соперник в какой-то момент, наверное, даже больше хотел победить, чем мы. Ну, было такое впечатление. Ну, с победой вас! Невероятное в конце. Спасибо за интервью. Матулі Люксор. 11 футболистов против 8. Люксор – отличная молодая команда, которая прежде всего хорошо играет в защите. Но вот в атаке у них не всегда все классно складывалось. Матулі же команда с опытом выступлений в турнирах. И, казалось бы, она все же таки является фаворитом на эту встречу. Но не тут-то было. У нас, друзья, боевая ничья 2-2. И, наверное, я не решусь сказать, кто был ближе к победе. Команды создавали свои моменты. Возможно, по количеству моментов у Матулей было их больше, но Люксор не реализовал также свои шансы. Поэтому сложно кого-то выделить. Интервью от представителей команд. 2-2. Скорик, Сергей, привет. Этот тур для нас сказочен, потому что 8 игр или 7, счет то ли равный, то ли в один мяч кто-то выиграет. Везде есть борьба. Сегодня у вас обновление формы, это всегда, мы говорим, Костя, тяжело для команд сказывать. Как ты считаешь, сегодня помешало как раз это обновление формы или чего-то не хватило? И чего? Ну, я не думаю, что это связано с формой. Я думаю, что ничего не помешало. Мы в цілому довольно результатом. Мы зібралися після попереднього туру, де нам накидали ціла вузьку голі, вже почали грати більш виважено від того, що нам запропонував суперник, молодий, технічний. Ганяв нас, але у нас свої моменти були. Якщо ви бачите в кінці, там Рома на останніх секундах міг забити і був би зовсім інший результат. А так, в цілому, я вважаю, що рівно грав по всім позиціям. Коли є на збірку, і зовсім іншим, по-іншому виходить. А якщо я обратить увагу, то чого так успішно, хорошо обернувся? От ваше мнение. За счет легкості в ногах, я б сказав, молодості. Я не думаю, що він хорошо оборонявся, просто переміщалися. Наші гравці пішли зросні, і ми старалися використовувати тактику закиду вперед і по можливості виходити. Ми не ризикували великими силами, завжди лишали ігрока, а то й двох ззаді. Тому це скоріше наша тактика ігри, що вони помчалися як минулого тура вперед. І я думаю, що тому в цілому результатом ми доволені. Спасибо большое. Привет, Миронько, Андрей, после Станислава уже за традицию решили вдвоем, как я понимаю. На камеру хотел сказать, что сегодня соперник начал лучше в плане результата. Вы трудолюбием и борьбой смогли сравнять счет. Как вы считаете, первый вопрос, главный, я смотрю, вы внимание отдаете стандартам или это нам кажется? Ну, иногда сумбурим, в принципе, да, что не гол, то со стандартом. Вы именно наигрываете это? Или все-таки это случайно происходит? Это импровизация художника. Да, это как бы случайным образом хорошо все располагаются, так или иначе. И, ну, неплохие стандарты, получается, разыгрывать. Физически устали после игры с соперником? Или скорее наоборот было чувство, что мы можем измотать соперника и сыграть лучше, и к этому шли? Я бы еще погрызнул по запятку. Да, мне кажется, Стас сегодня из-за халюшного Романа загрыз так. Да, хорошо. Это был, короче, план на игру. Отец смотрел игры, сказал, что мы будем играть с Киеврадой, по сути, по составу, и что надо будет держать за халюшного, то играл. Выходил, когда он выходил? Да, не против команды, а против за халюшного. Он вызвался персонально с ним играть, и хорошо сыграл, но один гол он забил. Он с любой позиции практически умеет забивать. Но мы хорошо сыграли. То есть после матча остается приятное впечатление, нежели ясно? Да, приятное. Ну, мы отыграли 2-0. И, конечно, в конце даже хотелось выиграть. Но, в принципе, хорошая игра. Спасибо еще один. Спасибо.